Добрый день, дорогие друзья! С вами Stud Life. 21 ноября наша команда отправилась в детский оздоровительный лагерь «Юность», на базе которого проходил второй день форума студенческой молодежи города Белгорода. Организаторами данного мероприятия выступило Управление молодежной политики. Да, сегодня у нас проходит второй день форума студенческой молодежи города Белгорода. У нас 5 образовательных площадок, в рамках которых наши представители СУЗов и УЗов будут получать нужные и полезные знания. Форум продлится 3 дня. Его участники – самые инициативные представители студенческих активов, активисты общественных организаций, представители студенческой молодежи города Белгорода. Нет оснований сомневаться в успешном проведении этого мероприятия. А с вами была Ушакова Анна, Юрий Тычинин и Ярослав Дригоза специально для StudLife.